Вы понимаете, что мы люди не подневольные. Что вы говорите? Не подневольные. Я понимаю прекрасно. Мы не можем так просто развернуть. В нашей стране война идет. Ну, закон пока что никто не отменял. Ни в коем случае, никто не отменял. Декларация держит. Правильно, я понимаю прекрасно. В данном случае здесь моя задача сохранять порядок. Слава Богу, не больше, не меньше. Не больше, не меньше. И будет все мирно. И будет все мирно. Поэтому я настоятельно рекомендую, дабы во избежание осложнений и критических ситуаций, по возможности уехать домой.